Сток летний, это C&A. Так, 44-й европейский размер. С этикеткой. То есть 50-й получается российский размер. Так, есть вот такой вот кипарик. Элька. Тоже с этикеткой. Так, размер указан здесь M. Так, бренд Angela Litrica. Размер S, состав хлопок. Кстати, вот про состав забываю говорить. Кстати, мешки по 12 килограмм, небольшие. Тут все C&A. Например, Angela Litrica, это тоже одна из линейок C&A. 2XL. Большая рубашка мужская. Так, это вроде вискоза. Элька. Так, маечка. Размер указан XL. Есика М-ка. М-ка. 100% хлопок. Так, размер L. Шорты. Как видите, все яркое, все с этикетками, все очень легкое, летнее. Поэтому себестоимость будет здесь недорогой. Мешки маленькие, по 12 килограмм. Юбка 44-го европейского размера, то есть это получается 50-й российский размер. Размеры тут тоже ходовые, хорошие. Элька, футболка. Написано Канда. Элька. Так, вот еще одна футболка новая, размер S, состав хлопок. Так, хорошая позиция. Сейчас давайте быстренько пробежимся. Просто износа тут нет. XS, все сток. Практически все с этикетками. Вот, например, летние брюки. Так, еще одни 36-30 размеры указаны. Тоже, кстати, вот с этикеткой. Так, футболка. Сзади надписи. И вот тут Hello, my name is. Надо вписать сюда свое имя. Желательно маркером, чтобы при стирке не стерлось. Я шучу, конечно. Размер S. Так, манго. 34 размер. Не знаю, что тут делает манго. Но это хорошо, что тут есть манго. Есика размер XL. Так, S-ка. XS. Цвета яркие. 40-й указан, европейский, то есть 46-й российский получается размер. Так, S-ка. 34-й размер указан. S-ка. Но вот это можно без видеообзора брать, вот данную позицию. Пока вы ждете видеообзора, кто-то уже без видеообзоров заказывает. Потому что всегда хорошая позиция. Так, 170-176 сантиметров указан рост. XL. Так, размеры, как видите, большие. Здесь у нас 38-й указан европейский. Размер это бриджи, большие, широкие. Так, XS. Есика, размер S. Так. 40-й размер, то есть 46-й получается примерно российский размер. XL. 34-й. XL. Так, размеры, как видите, разные. Одежда яркая, 170-176 сантиметров, все с этикетками. Так, XL 43-44 ворот указан. Мужская рубашка большого размера. Так, есика XL. 170-176 сантиметров. Он крокодил Гена. Только американский. Уехал. Американизировался. Так, Канда S-ка. Хлопок. Кстати, в основном идет хлопок. Синтетики очень мало, по-моему. 44-й указан размер, то есть российский получается 50-й. Так, XS, маленький размер. У нас платье. Так,
Дальше 40 размер, что 40, что российские, получаются, это есика. И вот тут 2XL хлопок, сарафан летний, размер большой. Так, здесь указан 44 размер, то есть это получается примерно 50 российский. Юбка, тоже хлопок. Так, 182 сантиметра указан рост. Тоже вот тут есть этикетка. Все вещи, в принципе, с этикетками. Мужская рубашка размер М. Так, юбка есика. 42 указан размер европейский, то есть 48 российский получается. Размер S. Так, ремень вот есть новый, тоже с этикеткой. Купальник большого размера, 170-176. Кажется, что большой размер. Ну, на меня бы налезли, наверное. Но проверять не будем. Так, S-ка. L-ка. Шорты, размер указан L. XL. Футболка. Вещей не так много, потому что мешок маленький, 12 килограмм всего лишь. Вот еще одна мужская рубашка хлопковая. XS. Так. 2XL. Размер большой. Размерный ряд хороший здесь. В принципе, размеры хорошие. XL. И это у нас последняя вещь из этого мешка. Есика 52-54, размеры указаны, это, скорее всего, европейские, то есть где-то 60-58 размер российский получается. Так, что ж, на этом все.